Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт в новом сезоне. И, ребята, пошел я вот в этот мир, где вот эти нереально большие деревья. И вот сейчас мы, наверное, все-таки, ребята, полетим искать на них что-то, что там может быть. И я так думаю, ребята, может нам уже немного заняться пиксельмоном. Я так думаю, что я себе создам, может, несколько ультраболов. И мы словим несколько покемонов и начнем их, в принципе, прокачивать. Да, я так думаю. И сейчас мы просто, ребята, вот тут поищем, что тут может быть. На этих деревьях, фиг его знает, может что-то и будет. Но пока что я не вижу. Так, ладно, сейчас мы поищем. Големы, во, сундучок, сундучок, два сундука. Так, что тут? The Ultimate Pixel. А, охренеть, вот это кирка. Офигеть. Так, демон, вот это мы брать не будем, нет смысла, мне так кажется, зачем нам вот это. Да, реально, лута тут дофига. Офигеть, в первом же сундуке мы нашли вот ту офигенную кирку. Так, ладно. Сейчас мы еще поищем, ребята. Может тут... Вот, сундук, отлично. Стрелы. Хотя, нафига нам стрелы, ребята? Зачем нам стрелы, если у нас вот тут лук, который не требует стрел, можно и так сказать. Еще один сундучок. Офигеть! А вот Sunfish, да, тут куча всего. Так, давайте вот это возьмем. Potato, Apple. А, алмазная, не хочется ее оставлять вот тут, ребята. Все-таки, как-никак, она нам не нужна, но мне так кажется, что оставлять алмазную бронечку, это как-то... Хотя, фиг его знает. Зачем нам она? Ладно. Оставим. Так, что тут еще может быть? Да, в принципе, тут куча всего, как я понял. Но вот это нужно немного поискать. Ладно, давайте пойдем на высшие этажи. Тут уже ничего не будет, как я понял. Вот, а вот наверху... Наверху, да, изумрудик. Вот, отлично. Фу, реально, дерево тут, конечно, куча всего тут в них, да. Давайте еще на... Это чуть-чуть... А вот тут что может быть? Я знаю, в этом мире есть огромнейший дракон, который иногда вот... На вот этих больших деревьях тут спавнится, но, в принципе, я так думаю, я если честно, даже не знаю, сможем ли мы его убить. Не знаю, честное слово, не знаю, но мне кажется, что нет, хотя фиг его знает, ребят, честно. Вот сундучина, сундучок, два сундука. Girlfriend. Кейджит. Ладно, возьмем на всякий случай. Может потом что-то сделаем, фиг его знает. Этот спаун, наверное. Опять вот эта рыба. Firefish. Че бы нам выкинуть, что мы, в принципе, вот это выкинем. Еще что? Тут куча всего просто-напросто. На вот этих деревьях. Тут просто нереальный спаун. Вот всего. В первом же сундуке мы нашли вот эту кирку, на которой самая лучшая кирка, ну, как бы не самая лучшая кирка, да, но, в принципе, она офигенная. Efficiency 5 и Fortune 5. И урон на ней 18, охренеть. Да, это кирка, конечно. Я не знаю, может ли тут, ну, как бы, есть ли тут еще сундуки, я не знаю. Да, вот, отлично, есть еще один. Меч. Так, что, ну вот сейчас, давайте, что нам можно отсюда выкинуть? Вот это можно. Это можно, это. Что еще можно? Вот это, я так думаю, можно. Твою ж мать, у нас же есть бэкпак, а я ним вообще не пользуюсь. Это же все можно туда просто поскладывать, да и все. И сейчас вот это все можно брать, что как бы нам нужно. Вот это нет, это нам не нужно. Зачем это нам брать? Еду мы все-таки возьмем, ребята. Чтобы просто для коллекции. Ну, для коллекции нет, но чтобы просто-напросто была, да.
Так, тут сундуков нет уже, да? А вот тут еще изумрудик. Еще изумруд. Офигеть, кирка! Охренеть! Копает она, конечно. Алмазный блок. Алмазный, офигеть. Сколько у нас же алмазов будет? У нас при себе 6 алмазов. Вроде. Сейчас, вот так. Отлично, ребята. Так. Давайте еще куда-то вот сюда полетим. Еще на какие-то деревья, да? Ух, вот в этом мире это просто капут. Тут же столько можно всего понаходить. Мы же сразу сюда могли бы пойти, но, в принципе, мы не могли летать. И на каждое дерево пошло бы нереально так времени, мне кажется. О, что за звуки? Так. Тут у нас может еще быть. А прикиньте, сюда трикопитейтер установить. И вот это все дерево срубать. Вот с этим, как бы, топор сделать вот с этого ресурса. Офигеть. Так. Ну, что-то я уже не вижу сундуков. Ну, сейчас найдем какое-то нормальное такое дерево. Вот это, например. Что там наверху будет? Вот на таких деревьях всегда алмазные блоки. Всегда. Ну, почти, я так думаю. Давайте проверим. Может еще. Да, вот на таких деревьях всегда алмазные блоки. Да, алмазов у нас, конечно, будет. Да, в принципе, у нас уже алмазов и так куча, я даже не знаю, куда их девать. Что это там мигает? Что там за хрень была? Вот. Это... Нет. Я думал, это вот тот... Чё это там за хрень? А, они просто в потолок бьются. А, так, я думаю, чё это? Так, тут у нас что? Вот, еду мы, конечно же, возьмем, ребята. Еда, я так думаю, нужна. Конечно, у нас ее и так уже куча-куча, но, в принципе, возьмем. Так, покушаем. Что тут еще может быть? Нет, тут наверху уже не будет ничего, но наверху изумрудные блоки, да. А изумрудов у нас уже вообще просто нереально. Сколько? А вот эти деревья какие-то странные. Там и нифига и нету. Фиг его знает. Офигеть, сколько тут алмазов. Сейчас мы это все пособираем и полетим куда-то вот сюда. Тут у нас сундуков нету? Нет? Или есть? Вот на таких деревьях я не знаю. Вроде нет. Или, ладно, потом как-то. Или фиг его знает. Полетим мы сейчас вот сюда, и вот на таких деревьях... О, там свиночки, из которых яблоки выпадают. Не знаю, идти... Нет, не буду я их убивать. Так, тут у нас что может быть? Ну вот в этом мире, я не знаю, ну в принципе есть, конечно же, есть тут всякие боссы, я так думаю. Ну один точно есть. Тут большой трехголовый дракон, или сколько там головый, фиг его знает. Но я знаю, что он есть, но он не так уж, наверное, часто спавнится, как я знаю. Так, тут у нас что-то сундуков вообще нету на этом дереве. Да, там изумруды. Ладно. А вот тут... Тут куча вот таких деревьев просто-напросто, но... На них нифига нету. Ну как нифига? Так, не буду я уже даже изумруды подбирать, ребята. Просто-напросто нет смысла. У нас и так их нереальная куча. А мы их даже не используем, потому что они не нужны, мне кажется. Так. Ладно.
Тут у нас еще что? Есть еще тут сундучки. В этих сундуках реально столько можно найти. Ну, то, что не можно найти, как бы там спавнится всегда куча вот такая всего, можно и так сказать. О, сундук. Офигеть. Алмазы. Вот сейчас. Ладно, не будем мы брать даже алмазную броньку. Я так думаю, что мы уже, наверное, ребята... Что мы уже... Это что еще такое летает там? Что мы уже, в принципе, я так думаю, пойдем домой, так как... Ну, мы уже облутали, наверное. Ну, как бы тут есть еще, да, конечно, всякая вот такая куча деревьев. А вот главного босса, я не знаю, сможем ли мы его найти или нет. А, ну я думаю, даже если мы сможем его найти, то мне кажется, что мы его и так не сможем убить. Мы еще пока что даже скорпиона не можем убить. Ну, как бы мы его запросто бы убили, но просто он какой-то немного не такой. Как-то не дает даже к себе прийти, так как он спавнит вот тех всех непонятных, ну, как бы своих скорпионов, да? И они просто-напросто не дают подойти к нему. Куча тут еды везде, вот в этих. Вот еще сундук. Так, а наверху, ну, в принципе, наверху там изумрудные блоки, да. Итак, ребята, я так думаю, на этом мы уже закончим эту серию. Ух, сейчас начало, это зачаренные коровушки. Они светятся, переливаются. Да, зачаренные, офигеть. А вот с этих что выпадает, мне интересно. Ну, обычные вроде, да? Нет, с них... Это и яблочные коровы. Да, apple cow. Яблочные коровушки. Ребята, я так думаю, на этом мы уже, наверное, сейчас закончим эту серию. В следующей серии мы, наверное, или пойдем в ад. Голова Пикачу или что это было? А, вот это дерево, да. Ребята, я думаю, в следующей серии мы пойдем или в ад, или пойдем еще в другое измерение, в мир роботов. Я не знаю, что мы там сможем найти, но я думаю, мы туда пойдем. У нас еще, мы еще в одном измерении не были, да, мы не были еще в кристальном измерении, да. Но я не знаю, я еще даже не находил вот этих. Я еще даже не находил, как их там. Муравьев, да, чтобы туда пойти. Я не знаю, я даже, если честно, не видел муравьев. Какие они вообще, в том смысле? Капут, сколько у нас еды будет? Так, там еще есть такие коровушки. Ладно. С них яблок вообще просто немерено выпадает. Они, яблоки, в принципе, всегда сгодятся, да? Чтобы... Сколько у нас их? 21,6. Офигеть. Чтобы потом, конечно же, убить, если будет какие-то нереальные боссы, да, то, конечно же, яблоки пригодятся. Поэтому, ребята, сейчас мы напросто всех их поубиваем, кого тут встретим. Вот этот мир тоже такой, как бы... Вот этих коровушек, да, как я понял. Охренеть, ребята, сколько их тут. Вот это странный мир, но я не знаю, как его можно назвать. Какой-то больших деревьев и коров, да? Что-то такое, по идее. Ну вот коров тут реально очень большое количество. И вот с этим мечом, который у нас, их вообще так убивать. Ну, коровы, конечно, это отлично. Действительно, с них мало того, что мясо выпадает, с них кожа выпадает, с них яблоки выпадают, с них золотые яблоки выпадают. Это офигенно. В принципе, яблоки и так сгодятся, как и простые, так и зачаренные. Flying Pig Head.
Так. Сколько у нас вот этих яблок уже? У нас обычных яблок у нас уже 3 стака, ребята. 3 стака обычных яблок. Охренеть. А золотых у нас тоже сейчас стак будет. Сейчас еще... Сколько у нас кожи? У нас кожи почти что 2 стака. У нас 3 стака стейков. И у нас почти что 1 стак золотых яблок. И почти что пол стака зачаренных яблок. Зачаренных золотых яблок. Охренеть. У нас же... А, нет, есть еще место. Ну, тут можно просто-напросто вот так ходить, бегать и просто коровок убивать, да и все. Так, а вот это что за мир? Итак, телепортнулись мы вот этот мир, Майнкрафт крашнулся, но, в принципе, я перезашел. И, как я понял, это вот этот тот мир роботов, да, обычный. Ну, как бы, не обычный, да, все-таки мир роботов. Вот эти тут чертяки всякие, которые сейчас куча их повылазит, да. Вот их в земле просто куча. Ну, как бы на карте их куча нарисована, но... Там, я фиг его знает. Не то, что я фиг его знает. Но по идее там же должен какой-то босс. Босс, не знаю. Фиг, честно. Не знаю. О, а тут это что еще за хренотень была? Ну, по идее мы сейчас стоим вот на этом, где вот эти спавнятся, да? Вот, куча их вот этих всех. Да, курицы вот эти. Где они должны спаниться, и я не знаю, может тут какой-то босс в центре... Вот опять. Может тут босс в центре какой-то должен быть? Или что тут? Ребята, я не в курсе, может если... Так, твою... Ладно, валим отсюда, какая-то аномальная зона непонятная. Так. Фиг его знает, что тут может быть. Не, ну... О, это что еще за шапочка новая, да? Мы его убили, но такая шапочка у нас уже вроде была, да? Ладно. Так. Ну, по идее, тут реально... О! Мунстон, офигеть. Так. Вот, этой шапочки еще не было. Так. Сейчас. Это сколько тут уже всего? Сейчас. Ребята. По идее, тут, как мы тогда встретили босса роботов, да? Мы его тут же встретили, я помню, один раз. Даже не то, что босса роботов, а их тут просто столько было, что капут. Но вот сейчас что-то я не вижу. Да... Да иди ты ку... Вот эти... Так... Полетели. Ну, они ночью, я помню, заспавнились. Их ночью реально просто немерено куча тут везде была. И боссов, и всяких других. Ну, короче, роботов, да. Можно одним словом сказать, роботов. Но сейчас я что-то их не вижу, если честно. Их вообще нету. Шапочка новая. Реально новое, такое у нас еще не было. Вот, нашли мы каких-то боссов. Ну, такие, я... Охренеть, вы что тут коровушек стреляете? Охренеть, сколько с них всякой хрени выпадает. Вот этот босс.
Сейчас мы теперь вот так. Вот. Вот это мы все поднимать не будем, я так думаю. Да харе за мной бегать-то. Вот. И вот этот робот. Вот этот босс робот. Нет, вот так нет смысла. Потому что так мы его просто нереально далеко отбрасываем. Да харе коровушек бить. А вот так ты чё, нас даже бить не можешь, зараза. Так как мы птицу, да, телепортнулись. А, нет, можешь. Ну, не телепортнулись, а превратились. Нет, можешь ты бить, но он нам, в принципе, вообще урона не наносит. Так, сейчас мы его еще раз убьем. Ну, как бы не еще раз убьем, а убьем. Вот. Мы в него... Ух, вот это робот. Охренеть. Железные блоки. Ребята, я так думаю, на этом мы уже закончим эту серию. Ладно. На этом мы эту серию закончим. В следующей серии, ребята, мы попытаемся тут что-то сделать вот в этом мире роботов. И, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.